Терпение жителей Бразилии лопнуло, и они вышли на улицы с протестами против коррумпированных чиновников. Президент страны Дилма Руссеф вынуждена была пойти на уступки и предложила провести реформы. По данным Transparency International, в большинстве стран мира на графике не красного цвета коррупции стало больше. Оранжевым цветом помечено государство, где ситуация практически не изменилась, а желтым – те немногие страны, где коррупции стало меньше. Особенно распространена коррупция в Африке. Хуже всего ситуация на юге-востоке континента в Малави. В рейтинге самых коррумпированных стран эта республика занимает первое место. В частности, там на вопрос «требовали ли от вас когда-либо взятку?» 95% респондентов ответили «да». В России утвердительный ответ дали 65% опрошенных. Самая коррумпированная страна Латинской Америки – Мексика. Здесь положительный ответ дал каждый второй участник опроса. В Германии этот показатель составил 11%. Похожие данные получены и по Соединенным Штатам Америки. Коррупция в Германии – это когда руководство предприятия платит деньги за получение выгодных заказов. Чтобы остановить подобную практику, партия «Зеленых» потребовала внести такие компании в специальный федеральный регистр. Но предложенный закон отклонили. Нам чрезвычайно жаль, что партия Ангелы Меркель не заявила на международном уровне о своей готовности бороться с коррупцией. Кроме того, Германия, как и еще несколько стран, до сих пор не ратифицировала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией.